Сегодня в ряде населенных пунктов Подмосковья вновь погаснет свет, отключения будут плановыми. Они связаны с окончанием ремонтных работ на поврежденных линиях электропередачи. До 7 вечера без света останутся населенные пункты в 17 районах области. Самые масштабные отключения в Русском, Шатурском, Одинцовском и Домодедовском районах. Чтобы не допускать подобных ситуаций впредь, энергетики настроены решительно. В интервью нашему каналу глава Минэнерго Сергей Шматко сообщил, что прежде всего будут значительно ужесточены требования к региональным энергокомпаниям, которые отвечают за состояние и эксплуатацию сетей. Также министр прокомментировал вопрос о грядущем повышении цен на электроэнергию. У нас задача такая. Есть некоторые макроэкономические показатели, утвержденные правительством, о том, что совокупная стоимость энергоресурсов, я имею в виду, сказать, электроэнергии, не должна вырасти более чем на 15% для конечного потребителя. Я очень рассчитываю на то, что мы будем выдерживать эти решения.